первый Хариус. Всем привет! С вами канал Стофити. Сегодня именно Стофити приехала на рыбалку. Приехали мы на то же самое место, на 7Р. В прошлый раз мы рыбачили, погода была плохая. В этот раз погода чуть-чуть получше. Вот, потому что сегодня у нас 10 градусов тепла. И ветер 5 метров в секунду. Еще и к тому же южный. Очень тепло, хорошо. Ну, не так, конечно, как у вас, ребят. У вас-то намного теплее, чем у нас. Но для нас это уже хорошо. Рыба уже активизировалась. И потихонечку начинает поклевывать. А я сейчас вот как раз рыбачу. Озеро у нас находится вот там. А это вот ручей. Он выходит из озера, идет Портянвис. Портяной ручей, по которому именно спускается рыба в это озеро, чтобы покормиться. И вот мы сейчас на нем и ловим. Вот я первого хариуса и поймал. Ребята пробовали чуть-чуть повыше порыбачить на мостке. Вот, а я вот решил еще и здесь покидать. И вот я первого хариуса поймал. Хариус — рыба сильная, красивая, приятно ее ловить. Вот, и здесь экземпляры достигают до килограмма, а то и больше. Дай бог, чтобы нам сегодня повезло. Вот, ребят, сделал приспособу вот такую. Это, как вы понимаете, это у нас рогачик, на которую удочку ставить. И я на нее поставил сальник от мотоцикла, то есть от амортизатора. Вон он стоит, не сальник, а как он, резинка, это демпфер, по-моему, называется. Вот, и прикрутил этой застежкой. Теперь на нее можно будет ставить камеру в сторонке и снимать. В общем, кому идея понравилась, ребят, делайте. Делается очень легко, быстро и надежно. Ну, а мы продвигаемся дальше к озеру. Вот сегодня будет, я думаю, хорошо. На камеру, между рамкой и камерой, там, где у нас идут микрофоны, вот, я там проложил тоненькую поролоночку для того, чтобы сильно ветер не шумел в камере. Ну, а тестировать не тестировал. Сейчас вот как раз, ребят, все вместе и протестируем. Сегодня у нас ветер южный, поэтому с той стороны дует. И как раз там, где у нас клюют хариусы, вот с той стороны будет уже приятственно закидывать удочки. Удочки, спиннинги. Сегодня удочки не брали мы. Вот, потому что она клюет и на спиннинг хорошо. Сейчас вот ребята, скорее всего, в этом ручье. А, да, вон уже Оленька уже ловит. Вот такая вот у нас здесь, видите, природа. Мох, тундра, как говорится, качкарник. Ну, в общем, вон у нас снежок. Вон, смотрите, марихуанушка у меня уже наловила. Уже 3 штуки поймала. Я пока одного поймал, она уже 3 штуки, видите? Ловит и ловит, ловит и ловит. И вот он, еще один хариус. Вот он, красавец. О, смотрите. Видите, какой красавелла. Thank you.
что, давайте байки травить, кто какую рыбу поймал. И вот он такой. Вот все вот летом рассказывают, а вот зимой. Какие у вас были случаи? Вот у меня вот был случай, помню, пошел я как раз у нас там на даче, за огородом сразу находится совок. Пошел, говорит, луночку просверлил. Говорит, опускаю, драч. Вот. И дочек. Вот, и начинает, говорит, подергивать. И, говорит, ну, где-то на взмахе, наверное, шестом или седьмом, слышу, дух, что-то подцепилось. И я, как у меня леска это как начала гулять. Но я ж понимаю, что никто мне не поможет. Поворачиваюсь в сторону, говорит, огородов смотрю. А хорошо, говорит, там мужики как раз картошку сажают. Ну я им говорю, кричу, мужики, поможете? Они, да, запросто. Вот, и сейчас они, он картошку посадит. И они хватают тяпки, говорит, и ко мне. Говорит, пока, говорит, лед этот прорубили. Говорит, ну вытащили. А мы ж сидим, уши развесили. Ну. Никто понять не может, что зимой картошку сажают. Помыли рыбку. Почистили чуть-чуть, чтобы так не утомляться. А как говорится, чуть-чуть рыбку почистили, чуть-чуть половили, чуть-чуть почистили, чуть-чуть половили. Я думаю, так будет хорошо. Поменяем блесенку. Слишком толстая. Опа, вот он еще один хариусок. Смотрите, какой шикарный. Вот он родной. Вон еще один булькнул. Ребят, сейчас попробуем его тоже вытащить. Че он там пытается скушать? Мошки как таковой еще нету. Но это хорошо, что он показывает себя. Если бы он себя не показывал, то можно было бы думать, что его здесь и нету. Вот как раз к нему подкинул. Опа! Опа! Вот он, красавец! Вот он! Ай, какой! Красавчик! Опа, еще один, смотрите, этот уже получше. О, какой. Иди сюда, мой дорогой. О, какой. Красавчик. Вот это рыба, так рыба. Стоять, зверька, подожди. Видите, какой. Давайте-ка воблерочек повесим. Попробуем на воблерочек, на хариусовый, порыбачить.
Вот у меня воблерочек хариусовый. Вот такой. О. Вот мы сейчас на него и попробуем порыбачить. Он плавающий, а заглубление у него получается где-то 20 сантиметров от силы. Закидывать, конечно, сложнее, потому что он легкий. 2 грамма всего лишь. Здесь нужно поправку делать хорошую на ведер. Опа! Вот он, ребят. Вот он, красавец. Вот он. Ай, какой. Красавчик. Еще один. О, ребят, какой. Красавелла. Чем еще хорош снег в июне? Сегодня у нас уже 12 июня. Всех, кстати, с праздником. Вот. Рыбачили. Когда приехали, было где-то градусов 9. Сейчас, честно скажу, наверное, уже градусов 15-16 точно. Вот. И чтобы рыба у нас не сварилась, не варилась на солнце, потому что листвы еще нету, синючек ее нигде не поставить. Вот чем хорошо у нас снег, смотрите. Оп! Опа! И достаем нашу рыбу. Где-то с десяток полтора поймали хариуса и 3 щучки. Ну, в общем, рыбалка шикарная. Все, собираемся домой. Смотрите нас, ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч! С вами был канал Стофити и компания, и я, Саня. Пока!